Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым випуску. Епідситуація у регіоні. Нові подробязності ад обласного центра гігієни, епідеміології і громадського здоров'я. Допомога пенсіонерам. На Гомельщині виконано більше як 9 тисяч заявок. Пожаронебезпечне становище. У Мазырском районі заборонено наведування лясов. Одно з головних християнських святов. Сьогодні православні вірники відзначають Благовіщення про Святої Богородиці. А зараз об гэтым іншим більш подробязно. Акрамя ситуації на нафтовым ринку, не менш востра стоїть сьогодні питання з пандемією. За некалькі місяців з локальної вспышки коронавірус переутворився у проблему номер один для всей планети. Однак у Беларусі покуль удається стримлювати лавинаподобный рост захворюваний. Про готовность нашей системы охови здоровья супрадзейнічать погрозам распаўсюджвання инфекции говорили сьогодні у Палаце Незалежности у пашыраным составе. Акрамя того, что кожную раніцу президенту рыхтуюць подрабязны доклад об ситуации в Украине, сьогодні до абмеркавання долучилися урад, губернаторы, начальники областных отделов охови здоровья и галоўныя урачы клиник. Ситуация под контролем. Беларускія медыкі з справляются. Обранная тактика себе цалком оправдывая. За сутки новых выпадков смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Я не говорю о том, что мы должны мириться с тем, что гибнут люди. Мы должны бороться за каждого человека. За каждого. Особенно, если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за наши жизни, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и бьет по тем, кто слабо защищен иммунной системой. Калі за профілактику адказныя самі люди, то організація ахоўных мер і лячэння – безумоўны клопат дзяржавы. У гэтай сувязі прэзідэнта цікавілі забяспечанасць медустаноў сродкамі індывідуальнай абароны. Нагадаем, Александр Лукашенко ўжо даваў даручэнні па вытворчасці ахоўных касцюмаў і рэспіратараў. Робяць усё, каб максімальна стрымаць распаўсюджванне захворвання і аказаць якасную меддапамогу беларусам. Твоя важнейшая задача, Владимир Степанович – это уже не премьер тебе будет делать. Защити врачей. Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы там ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен, чтобы мы ни врачей не лечили. Врач должен лечить больных, а нам приходится врачей лечить. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя. Я премьер-министра предупредил и правительство, если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или в больницах, особенно для защиты врачей, правительства не будет. Будут работать другие. Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Слушайте, маску эту несчастную не можем шить. Ну ладно, не для врачей, но для населения в этих аптеках. Они же идут шарфами, закрываются некоторые люди, правильно делают. Ну так неужели мы маску не можем с хлопчатобумажной ткани, с льняной какой-то шить? До понеделка доручено снять все проблемы с недохопом масок у белорусских аптеках. Гэтае пытанне на особливом контроле у президента. Особно спынился кіраўнік державы на недопущальности завышения цен на медпрепараты, а так само на некоторую гародніну и садовину, например, цитрусовые и имбир. До урегулирования ситуации подключаць камітэт дзяржконтролю. А вось увядзенне камендантскай гадзіны толькі пагоршыць сітуацыю і падарве эканоміку. Адзін з варыянтаў, які абмяркоўваўся на нарадзе, узмацнення жорсткасці контролю за тымі, хто знаходзіцца на самаізаляцыі па рэкамендацыі медыкаў. На территории Октябрьского района зарегистрованы два выпадки захворывания на пневмонию с попередним становчим тестом на РНК коронавируса. Захворелые шпитализованы у Гомельскую областную инфекционную клиничную больницу. На территории Жлобинского района установлены один выпадок захворывания пневмонией с попередним становчим тестом на РНК коронавируса у жанчыны. Захворелая так само шпитализована у Гомельскую областную инфекционную клиничную больницу. По всех выпадках захворывания
захворванняў вызначаны пералік кантактных асоб першага і другога ўзроўняў. Праведзена шпіталізацыя кантактаў першага ўзроўню, арганізавана іх лабараторнае абследаванне. На Гомельшчыне выкананы ўжо амаль 9 тысяч заявак ад адзінокіх пенсіянераў па набыцці для іх прадуктаў харчавання і лекаў. Пры гэтым адначасова з сацыяльнымі службамі дапамогу аказваюць пошта, прафсаюзы, Чырвоны крыж і БРСМ. Нашы корэспандэнты пацікавіліся падрабязнасцямі. Центр социального обслуговывания населения сегодня хоть и працуют в звычайном режиме, але певные особливости все ж таки есть. Зараз тут принимают заявки от одиноких пенсионеров, а так само инвалидов первой и другой группы. По опошних даденных только непосредственно социальные работники накировывались по адресах амаль 1500 разов. Зараз тут проводят опытания еще и одиноко проживающих со старелых. С одинокими информационную работу мы провели. Сейчас активно ведется работа с одиноко проживающими, чтобы их уведомить, что есть такие возможности. У нас уже из проживающих у нас более 86 тысяч одиноко проживающих, мы уже известили 66%. Это буквально за пару-тройку дней. Поэтому работа налажена. Не все сегодня пожилые люди имеют возможность выйти в интернет и посмотреть, да, какую-то информацию. Поэтому мы работаем в средствах массовой информации, в газетах печатаем вот эти телефоны горячей линии. Ну и памятки распространяем, естественно, что ближе и доступнее для наших людей. До гамельчанки Антоніны Шульгіной накіравалися два сацыяльныя работнікі. Калі ёсць магчымасць, парамі выконваць заяўкі больш зручна. Сама пенсіянерка раней за дапамогай не звярталася, але зараз, кажа, здароўе пагоршылася. Ніякае. Нікуда не магу хадзіць. І вообще. Вот такие дела. Для социальных работников жанчына подрыхтавала спіс продуктов, якія необходимо набыть. Засталося только удакладнить, яким вытворцам отдае перавагу пенсионерка и якой тлустости повинно быть тое ж молоко. Сметаны, значит, 200 грамм стаканчик 20% жирности. Батон один, молоко 3%. 3% жирности, 1 литр. Одну бутылочку, то есть, правильно? Да. Все написать. Молоко вам все равно какое там? Все равно. Рогачевское или Славита, разницы да, нет. Все равно. Хорошо, так. Значит, вы нам даете 20 рублей. Памеры заказа не абмяжоўваюцца. Праўда, і самі пенсіянеры шмат прадуктаў звычайна прынесці не просяць. Урэшце, за дапамогай можна звярнуцца яшчэ не раз. Паслуга бясплатная. Самі сацыяльныя работнікі пры магчымасці звычайна даюць перавагу буйным гандлёвым сеткам. Тут і выбар вялікі, і прадукты больш танныя. Заказ Антоніны Шульгіной выконваецца хвілін за 10. Яшчэ праз некалькі яго прынясуць жанчыне дадому. Все прадукты в магазине в наличии. Значит, чек мы берём с собой, здачу положили в пакетик, и сейчас мы едем к бабушке, чтобы все продукты ей доставить. Олег Сенцюров, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Умацоўваеце імунітэт. Парада медыкаў, якая актуальная не толькі падчас пандэміі. Зараз да здароўя ўласнага і сваіх блізкіх трэба быць асабліва ўважлівымі. Каб павысіць здольнасць арганізму супрацьстаяць інфекцыям і вірусам, медыкі раяць прытрымлівацца простых правілаў. Здаровы сон. Яго станоўчы ўплыў на імунную сістэму навукоўцамі вывучаны даўно. Рэгулярныя заняткі фізічнай культурай і спортам таксама павысяць супраціўляльнасць арганізму. Пандэмія самы спрыяльны момант, каб адмовіцца ад шкодных звычак. Алкаголь і тытунь прыгнятаюць імунітэт. Збалансаванае харчаванне паспрыяе павышэнню ахоўных сіл арганізму. Ежедневно в рационе должны быть мясные, рыбные продукты, морепродукты, молочные продукты, овощи, фрукты обязательно. Обратите внимание на суточное потребление таких витаминов, как витамин А, С, витамин Д. Это действительно природный иммуномодулятор. Витамины группы В, а также такие микроэлементы, как цинк, селен, йод. Железо. Да умацавання імунітэту можна прымаць лекавыя сродкі, імунамадулятары і імунастымулятары. Аднак рабіць гэта трэба выключна па прызначэнні ўрача. Ніяк не абмежаваць колькасць кантактаў у гэты эпідэмічна складаны час людзям, якія працуюць у грамадскім транспарце. А яшчэ і імкнуцца захаваць у такі перыяд добры настрой і пазітыўнасць мыслення. Гэта сапраўды дарагога варта. Якраз такі чалавек, кандуктар мазырскага аўтобуснага парка Васіль Васільцоў, якому па выніках працы за мінулы год абласным кіраўніцтвам аб'яўлена падзяка. Васіль Васільцоў стаў кандуктарам не так даўно, улетку мінулага года.
до аўтобуснага парка працаваў у будаўнічай краме. Крута памяняць сваё жыццё вырашыў сам і ні разу не пашкадаваў аб гэтым. Мабыць, толькі ў першы час, калі будзільнік звінеў у 4 раніцы. Сёння раннія пад'ёмы ўжо норма, а праца з людзьмі дастаўляе задавальненне. Дапамагчы з багажом вынесці калыску, вярнуць згубленыя каштоўныя рэчы, ды і проста пажадаць добрага дня. За год працы ў адрас маладога кандуктара ад пасажыраў паступалі толькі падзякі. У выніку яны акумуляваліся ў падзяку ад імя абласнога кіраўніцтва. За ветлівасць і настрой. Сам Васіль кажа, калі зайсці ў аўтобус з добрым настроем, пасажыры адкажуць тым жа. Хорошее настроение всегда должно быть, потому что как бы в первую очередь считаю, что я, наверное, такой главный мотиватор людей, чтобы у них тоже при том, как они приступают к работе, чтобы у них тоже было хорошее настроение. То есть если я какой-нибудь хмурый буду в автобусе, у них настроение испортится, они не смогут нормально тоже работать. То есть, ну, я люблю просто то, что делаю, свою работу. Ну, врачи тоже советуют работу в движении постоянно, чтобы была. Вот, соответствую врачебным рекомендациям. Розныя маршруты, розныя людзі, раннія пад'ёмы, сотні кіламетраў па крузе. Пакуль Васіль Васільцоў змяняць прафесіі не збіраецца, хоць адзначае, не ўсе знаёмыя падтрымліваюць яго выбар. Затое пасажыры дакладна галасуюць за, бо нават браць плату за праезд можна па-рознаму. Лідія Потар, Юрый Гарабец, тэлеканал Мазыр, спецыяльна для тэлерадыёкампаніі Гомель. У аблвыканкаме падвялі вынікі зваротаў грамадзян у першым квартале гэтага года. Усяго жыхары рэгіёна звярталіся ў выканаўчы камітэт 1124 разы. Гэта прыкладна на 10% больш, чым было ў першым квартале мінулага года. Разам з тым тэматыка зваротаў кардынальна не змянілася. На першым месцы работа камунальных службаў. У першую чаргу размова ідзе аб добраўпарадкаванні населеных пунктаў і рамонце вулічна-дарожнай сеткі. Апрача таго, сярод зваротаў пытанні пенсійнага забеспячэння, аховы навакольнага асяроддзя, работы транспарту і гандлёвай сферы. Это водоснабжение, качество воды, земельныя споры і трудавыя адносіны. Актуальнымі сталі ў гэтым году также вопрос это использование сімейнага капітала і ваенна-патрыятычная тема это увековечивание памяці і также подтверждение участия в баявых действиях. Пажар у Чарнобыльскай зоне не паўплываў на радыяцыйную абстаноўку ў Беларусі. Паведамілі Белта ў Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыёактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды. Радыяцыйны фон на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца пад пастаянным кантролем. З 4 па 7 красавіка радыяцыйнае становішча на тэрыторыі Брэсцкай і Гомельскай абласцей, які ў цэлым па краіне застаецца стабільным, адзначылі ў Белгідрамеце. Часовыя абмежаванні на наведванне лясоў уведзены на тэрыторыі Мазырскага і Столінскага раёнаў. Адпаведныя рашэнні прынятыя мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі у сувязі са складаным пажаранебяспечным становішчам, паведамілі Белта ў прэс-службе Мінлясгаса. У гэтых рэгіёнах зараз 4 клас пажарнай небяспекі. Сухое надвор'е, адсутнічаюць ападкі. Магчыма, у бліжэйшыя дні падобныя меры будуць уведзены і ў іншых рэгіёнах Брэсцкай і Гомельскай абласцей, адзначылі ў прэс-службе. У міністэрстве звярнулі ўвагу, што на іх сайце апублікаваная інтэрактыўная карта абмежаванняў на наведванне лясоў. З дапамогай яе можна ў аператыўным рэжыме адсачыць, у якіх рэгіёнах часова забаронена наведваць лясны фонд. У лячэбнай установы Гомеля пастаўлена першая партыя медыцынскіх масак, надрукаваных на 3D-прынтарах. Зараз іх вырабам займаюцца 6 валанцёраў, якія маюць такое абсталяванне. З іх планамі азнаёміліся нашы корэспандэнты. Вырабляць медыцынскія маскі на 3D-прынтарах на факультэце фізікі і інфармацыйных тэхналогій Гомельскага дзяржуніверсітэта імя Францыска Скарыны пачалі напрыканцы мінулага тыдня. Сабекошт адной маскі каля 3 рублёў з улікам затрат на электраэнергію каля 5. Праўда, ў медыцынскія установы яны будуць пастаўляцца бясплатна. Прычым непасрэдна вытворцам дапамагаюць спонсары, якія набываюць неабходную сыравіну. У нас дастаточна мощнасцей для таго, чтобы дастаточна быстра і качэсна напечатаць вот щіткі. Вот, и вот обучение инновации нас проспонсировали, предоставив материал. На одну маску у нас уходит от часа до 3 часов времени. Вот печать.
в зависимости от настроек. Для виробу медицинских масок на 3D-принтерах у Гомелі у пятницу всего за один день створили инициативную группу. У понеделок надруковали первые 20 масок. Учора ж первую партию продукции поставили у лечебные установы. Зараз волонтеры рыхтуют другую партию и кажут, что готовы выраблять их столько, кольки потребно. В понедельник вчера мы собрали первые 20 масок, их поставили в медучреждение города Гомеля. И также вот над этим проектом в такой инициативной группе работает более 6 производственников по Гомелю, у кого есть 3D-принтеры, печатают на собственной инициативе. Ну и уже в данном образе я собираю данные маски и помогаю их развозить и координировать все действия по городу Гомелю. Олег Сюнтюров, Сергей Нігаревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельэнерго планує у гэтым годзе папоўніць аўтапарк яшчэ 10 электракарамі. З мая мінулага года прадпрыемства набыло 7 электрамабіляў, якія задзейнічаны ў абслугоўванні спажыўцоў. Яны добра зарэкамендавалі сябе, запэўніваюць у Гомельэнерго. Машыны праехалі ўжо 40 тысяч кіламетраў і ніякіх праблем не ўзнікла. У сярэднім адной зарадкі хапае на 150 кіламетраў. Функцыя рэкуперацыі дазваляе падзараджаць электракар у руху, дзякуючы энергии торможения. Сегодня православные верники означают благовещение про Святой Богородицы. Яно является третьим по значению после Великодня и Коляд и лечится одним из 12 наиважнейших христианских святов. У этот день Деве Марии з'явился Архангел Гаурил с доброй весткой об том, что яна стане мати Сына Божьего и Избавителя Свету. Благовещение означается ровно за 9 месяцев до Коляд, и символом свята лечится белый голуб. Поводле народных поверьев, благовещение означает недоход вясны, калі сам Бог благословляє землю на урадливость. У гэтый день выпекали просверы, у якія на счастье укладывалася копейка. А кроме того, просверы клали у насенне альбо закопвали на полях, обороняючи таким чином будучи урожай. По прикметах, якое надвор'е стоїть на благовещенне, такое будзе і на Вялікдзень. Гэтыя, а таксама іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Крупное ДТП произошло на улице Советской. Причина – проезд одного из водителей на красный сигнал светофора. Вследствие мощного столкновения легковых автомобилей участники происшествия оказались зажаты в салонах транспортных средств. Потребовалась помощь спасателей. В результате ДТП 61-летний водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, с которыми госпитализировано нейрохирургическое отделение больницы. Травму также получила женщина-пассажир 59-летняя автомобиля ВАЗ, но после оказания медицинской помощи она отпущена домой. Сотрудники ГАИ призывают всех автолюбителей ответственно выполнять правила дорожного движения. Прививку от коронавируса предложили сделать пенсионеру из деревни Козье Речицкого района. 83-летний мужчина отказался от столь нелепого предложения, однако без проблем все равно не обошлось. Лжемедики украли у потерпевшего 750 рублей. Трое женщин, посетивших пенсионера, настояли на том, чтобы тот оформил письменный отказ от вакцинации. За это время незваные гости достали деньги из-под скатерти кухонного стола. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в милицию. Посетителей вскоре задержали вместе с двумя мужчинами. К тому моменту они на автомобиле отъехали от деревни Козье около 30 километров в сторону Светлогорска. Большая часть суммы была изъята, а следователями дана правовая оценка их действиям. В связи с активизацией мошенников, предлагающих гражданам чудодейственную вакцину от коронавируса, МВД напоминает всем о необходимости сохранять бдительность. Забрался в колодец, но не смог из него выбраться. Утром 6 апреля пенсионер из Речицы оказался в непростой ситуации. Мужчина спустился в колодец глубиной 2 метра, чтобы открыть кран водоснабжения. С помощью лестницы сотрудники МЧС помогли ему выбраться на поверхность. После осмотра медиками пенсионер в госпитализации не нуждался. Вот уже третий день МЧС продолжает ликвидацию торфяного пожара в Калинковичском районе. Ликвидация загорания затруднена отсутствием подъездных путей, водоисточников и заболоченностью местности. По состоянию на 7 апреля пожар локализован. Его площадь составляет 1 гектар, уточнили в областном управлении.
Порой в помощи МЧС нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие. Трогательную историю освобождения маленького щенка сообщили спасатели на сайте ведомства. В Жлобинском районе между гаражом и забором застряла собака. Неравнодушные граждане вызвали службу спасения. При помощи гидравлического оборудования железобетонная плита была приподнята и зафиксирована подпорами. Животное не пострадало. Это все новости на сегодня. С вами был Николай Скинтиян. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Пауза в чемпионате Беларуси по волейболу продлена до 20 апреля. Такое решение принято на заседании исполкома Белорусской Федерации этого вида спорта. При этом борьба будет продолжена только в элитном дивизионе, в дивизионе «Б» и среди женских и среди мужских команд сезон завершен. Места распределены в соответствии с положением команд на момент объявления паузы. Так, у женщин победителем стал «Атлант» БАРГУ. Мозырьская «Жемчужина Полесье-2» завоевала бронзу. Гомельская «Надежда» замкнула квартет сильнейших. В состязаниях мужчин на пьедестале также есть представители нашего региона. Прошлогодний чемпион гомельский «Бумпром» занял второе место. «Энергия-2» расположилась на пятой позиции. Чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге стартует 17 апреля. Федерация футбола утвердила календарь на предстоящий сезон. Откроет чемпионат поединок между гомельским «Локомотивом» и светлогорским «Химиком». Матч состоится 17 апреля в областном центре. Футбольный клуб «Гомель» 18 апреля на домашнем газоне сыграет с новополоцким «Нафтаном». В этот же день в Речице сойдутся местный «Спутник» и «Сморгонь». Второй тур запланирован на 25 и 26 апреля. Отмечу, что все клубы из Гомельской области, заявленные в первую лигу, успешно прошли лицензирование. Завтра пройдут первые матчи полуфинальных серий Кубка Беларуси по футболу. В 17:30 на стадионе «Юность» в Мозыре начнется поединок между «Славией» и борисовским «Батэ». Двумя часами позже в Бресте сойдутся местные «Динамо» и солигорский «Шахтер». Ответные матчи запланированы на 29 апреля. В субботу после двухнедельного перерыва возобновится женский чемпионат Беларуси по гандболу. Гомель отправится на выезд в Гродно. Матч против городничанки стартует в 14:00. А вот мужской чемпионат взял паузу. В заключительном матче пятого круга Гомель на домашнем паркете уступил БГК имени Мешкова 31-42. В турнирной таблице гомельчане на шестом месте. Следующий поединок коллектив Сергея Цыганкова проведет 22 апреля против столичного СКА. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».